Официально теннисные турниры в Сочи откроют только завтра, но уже сегодня началась борьба. Стартовали отборочные квалификационные матчи. Чемпионат края турнир открытый, поэтому на корты выйдут не только кубанские спортсмены. В южную столицу приехали теннисисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Воронежа, Кирова, Подольска и даже Казахстана. Всего в соревнованиях примут участие 150 спортсменов. Турнир высокого уровня. Знают люди уже из-за границы, что есть такой турнир, приезжают, участвуют, получают удовольствие в нашем городе Сочи, где можно и поиграть, и покупаться в море. Тигран Агабабян на корты открытого чемпионата края выходит не первый год. Прошедшие сезоны для теннисиста складывались удачно. В его копилке уже есть несколько призовых мест и медалей высшей пробы. В этом году Тигран планирует повторить успех, ведь турнир рейтинговый. Здесь можно заработать солидное количество очков. Участвовал много раз. Успехи были. Первое, второе, третье место занимал. Я играю с Егоровым. Соперник довольно-таки играющий хорошо. Надо будет постараться сыграть. Открытый чемпионат края даст возможность теннисистам в случае победы стать претендентами на участие в чемпионате и командном первенстве России. Они стартуют в октябре в Казани. Имена сильнейших в одиночном, парном и смешанном разрядах назовут уже в конце недели. Закрытие соревнований намечено на субботу, если, конечно, погода не внесет свои коррективы в расписание турниров. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.